корпоративный журнал Рено. Пару лет назад устраивался на работу и вот прихватил там. После этого они выпустили Рено Аркана. Тогда был забавный случай на входе. Давал подписку о неразглашении. Вот, причем дали мне ее в одном экземпляре. Обязую, что я там не буду разглашать, что там увидел о проекте. Он там был не Аркан, назывался немножко по-другому. Вот. И потом охране говорю, куда эту подписку девать? Они говорят, ну оставьте себе. Вот. В одном экземпляре сам себе обязался ничего не разглашать. Такой вот журнальчик у них выходит. Правда, с тех пор там, по-моему, посадили этого Карлоса Гона, их гендиректора. И, по-моему, они в Москве сейчас собираются закрываться. Ну, вот сейчас покажу вам и выкину всю эту макулатуру. А мне, честно говоря, дизайн их там какому-то дастеру не нравится. А вам как? В общем, подписывайтесь, ставьте лайки. Тогда, может, еще найдут какие-нибудь такие журнальчики все. Можно паузу поставить и почитать подробнее, что в высоком разрешении видео. Ну, спасибо за внимание.